Всем привет, вы на канале Crypto Commons. И сегодняшнее видео про то, как я еду на велике по Москва Сити и кайфую. И это очень круто, ребята. Я хочу вам сказать, что нужно почаще вообще кайфовать по жизни, в хорошем смысле, и отрываться. Не в смысле там каких-то, ну вы поняли, наоборот, скорее. По зожику убиваться. Вот, но речь пойдет не об этом, а речь пойдет о том, как же все-таки круто, чуваки, владеть биткоином и владеть криптой. И стоять, можно сказать, у некого рода истоков. Хотя я, в принципе, на рынке с 15-16 годов. Это уже не совсем истоки, но через время ты понимаешь, что все равно ты очень рано. Вот, например, за то время, что я на рынке, биткоин вырос уже в 200 раз, чуваки. В 200 раз. Приколитесь. Поэтому, конечно же, мы все еще очень рано. И как прикольно, когда ты можешь реально вот оплатить себе что-то в реальном секторе криптой. То есть у тебя есть накопления некие, да, ты ходлер. Ведь мы все, на самом деле, больше ходлеры, чем трейдеры, я надеюсь. Напишите в комментариях, больше вы трейдер или ходлер, держите ли вы всю котлету на банане, или у вас есть холодный кошелечек, или хотя бы какой-нибудь Exodus. Ну, короче, речь не об этом, а речь о том, что как внедрить крипту в реальный сектор, да? Сейчас мы все равно ведь пересчитываем на баксы, на рубли, на гривны. Мы выводим сейчас, чтобы нам оплатить покупки, мы выводим на банковские карточки с вами, а потом замечаем, видим, что есть траблы некие потом с этими транзакциями, да, там банки могут заблокировать, спросить, откуда деньги. Поэтому да, как можно сделать, как можно, в принципе, убыстрить массовое принятие крипты, способствовать ее скорейшему массовому принятию. Ну вот вы едете, допустим, с таксистом. Едете вы в такси. И вы же часто, вы же можете с ним, например, договориться, типа, поехать там не по счетчику, а как-то еще, или там перевести ему на карту. Так вот, вы же можете также с ним договориться, перевести ему криптой. Вы можете чаевые так оставлять, сказать: чувак, давай я тебе плачу на 10% больше, сотку сверху накидываю, но криптой. Помогаете ему установить кошелек, показываете, как переписать приватку, и даете свою ревку на Binance или на Bybit с Фемиксом. Как вариант, это шутки шутками, но это действительно то, что будет работать как раз. Понимаете? Это действительно то, что сработает круче, чем любая другая история. Это действительно заставит людей зашевелиться и поставить еще больше кошельков и начать пользоваться, самое главное, начать пользоваться. Пользовательская база растет и так, но пользуются немногие еще. Это действительно поможет именно не просто увеличению пользовательской базы, а увеличению реального пользования. То есть, смотрите, сейчас ведь количество кошельков каждым днем растет и растет. Количество активных кошельков. Но реально они что делают? Они переводят все на биржу один раз или там на обменник, выводят фиат и все. А так, чтобы взаимодействовать именно, вы же поймите, чтобы блокчейн пошел именно работать, как он должен, это нужно взаимодействовать друг с другом, транзакциями прямо через кошельки. То есть не на Binance себе отправлять там или на Bybit, а прямо с кошелька отправлять чаевые бармену в кафе, таксисту, я не знаю, музыканту в метро, бабушке помощь. Через крипту всем поставить Exodus или какой-нибудь кошелек. Дисклеймер на красный свет, только опытным хамикадзе можно. Всем поставить крипту, всем поставить кошельки и начать пользоваться. Врубаетесь. Тогда вот эти вот товарищи все, маршрутки с синей полоской, ничего не смогут вам сделать. И вот эти все товарищи, которые, где там они,
Вот тут чуть дальше сидят, через два квартала. Они ничего не смогут сделать, потому что они утратят свою гегемонию. Просто врубайтесь. Они просто утратят свою гегемонию. И доллар утратит свою гегемонию. И США, как следствие, тоже утратит свою гегемонию. И все эти CBDC, или как они там называются, центробанковские криптовалюты, это такое же наебалово. Это такой же обман, как и то, что сейчас у нас есть. Чем это отличаться будет от Сбербанка онлайн, по сути? Да ничем. Полный контроль над вашими средствами. И криптобиржи тоже, кроме того, что там можно отлично трейдить и стейкать, ничем не лучше этого всего. Потому что они могут заблочить вашу транзакцию и вообще сдать вас. Это, конечно, хорошо, когда случаются всякие ограбления типа того. И то, когда случается реальный случай, как вот с NFT, как у Крипто Антона и у Славы с Russian Crypto Family, угнали у ребят реальные деньги на Binance через дыру, Binance морозится. У них там целый юротдел, которому нет дела до этих копеек. Чё там, 200 тысяч долларов у парня украли? Вот и все. Поэтому это такая же фигня. Все эти Ripple это такой же банк. Вы что думаете? Они также могут заморозить ваши средства и развернуть назад транзакции. Поэтому это все говно. Есть только децентрализованные блокчейны, биткоин, Манера, Dash, конечно же. Даже эфир, как показала практика, ребят, эфир может откатить, эфир может поменять правила, сказать, мы будем печатать столько-то эфиров в такое-то количество времени, мы будем сжигать столько-то газа. Все могут поменять, даже Bitcoin Cash и BSV. Но вот эфир Classic вроде как работает по старым правилам. Поэтому изучайте вопрос, где децентрализованная реальная криптовалюта, а где хайповая херня, а где просто хайп. Ничего не говорю, Solana хорошо растет, аксики хорошо растут. Но вы поймите, что там маркетинг просто сотового уровня. Они там в рекламу вкидывают очень много денег, чтобы вы все это видели и покупали. В итоге цель какая? Только одна, засадить побольше хомяков в псевдоракету и дампануть ее. Поэтому продумывайте, если вы уже в хороших плюсах на каких-то альткоинах, продумывайте, в какие монеты вы будете выходить, и начинайте это делать потихоньку. Если вы уже в хорошем плюсе, продайте хотя бы половину этих монет и откупайте те, что на дне. Стопудовые фундаментальные монеты. Сами знаете, какие. Dash, Litecoin. Stellar, тот же Ripple. Хоть я их и не люблю, но все равно. Просто смотрите, там, где уже сильно запамплен график, не лезьте в эту фигню, это по-любому ждет коррекции. А там, где мы валяемся ниже плинтуса и кажется, что это скам, это по-любому отрастет. Это закон рынка. Вот и все. Ну а в реальном секторе, еще раз вам говорю, в реальном секторе помогайте продвигать крипту. Ставьте кошельки своим знакомым, близким, родственникам. Поставьте им MyDash Wallet или Exodus. Или Trust Wallet. Пока дешевые монеты, закидывайте им сколько можете. 0.1 Dash, 0.01 эфира. Все это имеет смысл. 100 тысяч сатоши. Закидывайте родакам своим, детям, внукам, братьям, сестрам. Закидывайте им крипту. Учите правильно переписывать приватку. И просто тупо ходлите. Потому что, как показывает практика, ходл побеждает. Только ходл побеждает. О, вот здесь вот Пушкин с Гончаровой венчались вот в этой церкви. Вот в этой церкви. Вот, как показывает практика, только ходл. Вот они тут стоят. Вот они как раз стоят у Никитских ворот. Понимаете, вот в этой церкви когда-то Пушкин с Гончаровой венчались. И ездили на лошадях, и читали при свечах. Не то, что интернета, электричества еще не было. А потом появились первые энтузиасты, кто предложил электричество, автомобили. И на них также смотрели, как на психов каких-то. Как на нас с вами сейчас смотрят, когда мы про крипту говорим. И то уже мы видим с вами, что есть сдвиги. Уже вон по Первому каналу Песков говорит про умное голосование через блокчейн. Но мы-то с вами понимаем, что это нифига не блокчейн, то, что они там говорят. Закрытые системы.
типа того же XRP, это никакой не блокчейн. Это все обманка. Но суть в том, что раньше люди ездили на лошадях при свечах и зубы не чистили, блин. А сейчас мы летаем на Тесла-карах, в космос уже скоро полетим. И заправлять их будем эфириумом, газом или онтологи газом. Поэтому, ребята, дисклеймер, не финансовый совет. Все это может быть кому-то кажется бредом. И, ну как сказал Альберт Эйнштейн, если идея не кажется вам безумной, от нее не будет никакого толку. Так что вот, безумцы, вы прекрасные. Помните, что на рынке надо быть сумасшедшими, не такими, как все. Потому что все нормальные – это толпа. 90% – это толпа, которые думают, что они нормальные. Они на новостях заходят в лонг, читают про какую-нибудь Солану по 200 баксов или про Dogecoin под доллар. Залетают туда в лонг, и ненормальные, типа нас с вами, забирают их деньги, потому что они просто впрыгнули в ФОМО. Ненормальные, типа нас с вами, покупают на днище монеты, которым все пророчат, что это скам, что мы упадем ниже нуля. Нормальные продают внизу, покупают наверху. Ненормальные делают наоборот и зарабатывают. Нормальные теряют на этом, а ненормальные зарабатывают. Так что вот так вот, ребята. И профита. Конечно же, и профита. Профит ролей, лайков, подписок нам. Вам удачных тейк-профитов и коротких стоп-лоссей. Ну а с вами был Гринь, это канал CryptoCommons. Скоро увидимся, пока.